Здравствуйте, снимаю вторую часть видео об подарках на Новый год. И это опять же уходовая косметика в основном фирмы Люмине. Так, следующее, что я хочу показать, это вот такое двухвластное средство, сыворотка для лица. Так она выглядит, очень красивая. Первое, значит, слой первый желтый, другой красный. Нужно все это смешать. Сейчас я вам покажу, как это выглядит, когда смешаешь. Тоже с экстрактом морожки. Вот, то есть однородный цвет должен получиться такой. Более, ну, еще больше надо посмешивать. Сейчас вам покажу окончательный вариант. Вот, так вот он выглядит. То есть такой цвет, настоящий цвет морожки, такой мне очень нравится. Вот, это средство используется, сыворотка тоже как дополнительный уход, но в принципе может и для каждодневного использоваться применение. То есть я ей пользуюсь каждый день, либо утром, либо вечером. Перед нанесением крема, либо дневного, либо ночного. Что могу сказать об этой сыворотке? Она также шла тоже для моего типа кожи, то есть для сухой, чувствительной. Мне она подходит, очень нравится, впитывается она довольно-таки быстро. Вот что могу сказать, что после нее можно где-то через 5 минут уже наносить любой крем. То есть, в принципе, этим продуктом я довольна. Мне эта сыворотка понравилась. Могу сказать, что я ее рекомендую. Следующий продукт – это дневной крем для лица. Тоже здесь ничего нет на русском, к сожалению, бумажки все выбросила, но все очень хорошо читала об этом, запоминала. Сейчас все покажу. Это дневной крем для моего типа кожи, для сухой и чувствительной. Вот, сразу хочу сказать, что вся серия Люмине, я еще в тот раз забыла видео сказать, идет 25+, то есть начиная от 25 лет. Младше там, по-моему, не рекомендуется, старше, конечно, можно. Вот, то есть это все 25+, а мне 25 лет как раз, и поэтому мне это по возрасту все подходит. Дневной крем выглядит вот так вот. Такой он желтовато-оранжеватый. Текстура, сейчас покажу, вот такая вот она, легкая текстура, очень-очень легко он наносится, этот крем. Аромат просто обалденный, морожки, я просто в него влюбилась, в один аромат. Вот, очень он экономичный, вот это я пользуюсь уже 10 дней, вот столько у меня только потратилось всего этого крема. Вот, но единственный минус, все мне нравится, и как наносится, и он увлажняет, и питает, я в этом уверена. Но единственный минус этого крема, что он очень долго сохнет. То есть на лицо его наносишь, и потом его еще очень долго чувствуешь на лице. Вот это, конечно, минус этого крема и ночного. Вот, дневной выглядит крем вот так вот. Мне он понравился очень, этот крем. То есть в дальнейшем я, конечно, не знаю, буду заказывать или нет, но этого мне еще очень надолго хватит, судя по его экономичности. То есть буду с удовольствием пользоваться. Следующий крем – это ночной крем. Выглядит он уже вот так вот. У этого крема, вот у дневного была такая легкая текстура, нежная, вот он очень хорошо наносится. У не вечернего крема, то есть ночного, у него уже более плотная текстура. Сейчас вам покажу. Вот. И он уже более такой белый. Можно сказать, что он чисто белый, ну такой молочного цвета, то есть светлее, чем тот крем. Сейчас я вам покажу, если удаст, текстуру. Вот, вот такая текстура, то есть он уже как сметанка, можно сказать. Вот этот крем, уже более плотный. Наносится он вот так вот. Вот сейчас я вам покажу, нанесу. Вот этот крем. Аромат еще более у него усиленный, чем у дневного, то есть еще более сильный аромат, но очень безумно приятный. Просто обожала в детстве кушать ягоды морожки, поэтому у меня ассоциация с детством этой всей серии, этих кремов. Вот, все, что могу сказать, что очень-очень мне он понравился. Ночной крем более жирненький, более тратится быстрее. Вот видите, да, что он у меня уже побольше истрачено его, чем дневного этого крема. Вот, то есть ночной крем мне тоже понравился, но очень он долго сохнет. Даже утром, вот я могу проспать 6 часов, проснуться, допустим, в 12, лечь в 6 утра встать, да, то есть в 6 утра я еще ощущаю вот этот вот крем до сих пор на лице, что он до сих пор не впитался, то есть 6 часов он не впитывается даже практически. Я уж не знаю, кому это плюс, кому минус. И последнее средство, вот серия Люмине у меня закончилась, последнее средство из другой серии, Green Style, это скраб эксфолиант для глубокого очищения кожи лица. То есть я еще просила и скраб, вообще все я просила. Вот, получила такой вот скраб, белорусский, вот, для глубокого очищения кожи лица. Идет он, по-моему, для любого типа кожи, насколько я помню. Да, вроде бы здесь написано, что подходит для всего. Аромат мне не очень понравился, но сам скраб для меня просто он показался волшебным. То есть вот сейчас я вам покажу, нанесу.
Вот. Скрабирующие частички очень маленькие. Мне, в принципе, не понравились. Вот сейчас покажу. Вот, здесь видно даже, наверное. Такие как блестящие немножко. То есть мне этот скраб безумно понравился. Он, на самом деле, очищает хорошо кожу. Вот. И вот этот скраб я точно буду брать еще не один, может быть, даже раз. Это были все мои новогодние подарки. В основном я ими очень довольна. Всем спасибо за внимание. До свидания.